Отличная зарядка для мозга. А в новом кабинете физики школы номер 7 еще больше опытов и экспериментов. Там открыли новую лабораторию. Учителя довольны, ученики в восторге. А чтобы поддержать интерес к естественным наукам, в школе провели фестиваль «Инновация». Подробности у Александра Гришакова. Над эбонитовой палочкой уже никто не смеется. Физика – это серьезно. Волновые излучатели, приборы по механике и баллистике. Ученики 8 класса изучают возможности новой лаборатории. Поставили приборы, с которыми мы можем посмотреть на них и взаимодействовать. И вот это нам очень нравится, что раньше такого не было. Ну, нам показывали опыт, но показывал только учитель. А сейчас мы можем сами делать, сами все попробовать и применить, получается, теорию на практике. Оснащение для классов физики и математики школе подарило предприятие «Транснефть Сибирь». Отрасли нужны инженеры, а в этой школе особое отношение к естественным наукам. И ученики мыслят нетрадиционно. Неудобный вопрос – это самые лучшие вопросы. Те вопросы, которые самому помогают дальше расти и развиваться профессионально. Так это же все в жизни пригодится. Захочет кинуть камень в окно родной школы. И как же без физики-то? Самые пытливые умы встретились на фестивале «Инновация». Его организовали впервые, чтобы показать достижения учеников. Многие из разработок уже презентовали на международных выставках. Сегодняшние ребята, которые представляли свои уже номинированные проекты, начинали когда-то в начальной школе. Поэтому «Инновация» – это то, что имеет продолжение. Поэтому такое название и выбрано. Изобретение, у которого обязательно есть продолжение. Организаторы рассчитывают, что в следующем году изобретений будет еще больше. Новая лаборатория поможет ученикам воплотить идеи в жизнь.